Хей-хей, всем привет, с вами Белоус, и сегодня на моем канале новое видео. Оно называется «Документальный фильм о синицах». Видео такого типа раньше не было на моем канале, но мне кажется, пришла пора и все-таки выпускать. Если оно понравилось или нет, то напишите об этом в комментарии, чтобы я об этом знал. Ну что ж, погнали. Большая синица или большак – распространенная птица из семейства синицевых, отряда воробьинообразных. Обитает на всей территории Европы, Ближнего Востока, Центральной и Северной Азии, в некоторых районах Северной Африки. В дикой природе встречается в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам водоемов. Это, как правило, неперелетные птицы, и большинство больших синиц не мигрируют, кроме очень суровых зим. Обычно в этот вид включается множество подвидов. Большая синица остается самым крупным и наиболее многочисленным из всех встречающихся видов рода синицы, в частности, в России. Синица выделяется черной головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, оливковым верхом и желтым низом, с некоторыми вариациями среди многочисленных подвидов. Летом питается преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Зимой употребляет в пищу более широкий спектр, как и все синицы, гнездится в дуплах и высотах деревьев, а также в разнообразных нишах, как природного, так и антропогенного происхождения. Самка откладывает до 12 яиц и высиживает их в одиночку, хотя оба родителя кормят птенцов. За небольшим исключением. Размножается с конца января по сентябрь, делая две кладки в год. Синицы хорошо приспосабливаются к человеческому вмешательству в среду. Часто встречаются в крупных городах и других населенных пунктах, в пригородах, в садах и парках. На больших синицах также проводят важные исследования по орнитологии, генетике и поведению. Оставшуюся часть ролика я предлагаю вам посмотреть на то, как синички кушают семечки.